Да, всем привет. Ну что ж, пора уже определиться мне с колодой на твинке, потому что я уже давно хочу начать апать кубки. Я хочу уже составить колоду и стримить, видосы на нем снимать, но я очень тщательно подхожу к этому процессу, потому что я хочу определиться конкретно с колодой, которая реально мне будет приносить удовольствие, с которой я буду побеждать, которая будет нравиться вам. И я пришел к тому выводу, что с королевским гигантом все равно как-то далеко не уплывешь. Да. Королевский гигант стал дамажить больше, но он как был овощем, так и остался. Я еще хочу услышать ваше мнение в комментариях под этим роликом, что вы думаете, хотели бы вы сильно, чтобы я делал королевского гиганта, или вам, в принципе, все равно, потому что, ну, у меня есть сомнения насчет того, что королевский гигант может мне не зайти. Я могу предложить вам альтернативу и вообще на выбор несколько колод, даже не несколько, а только две. Первая колода, которую мы вчера на стриме протестили, эта колода была у меня на выбор на прошлом аккаунте, на джиджике. Между големами этой колодой я выбирал, точнее даже вы выбирали, вы выбрали эту колоду, а я все равно взял голема. Вот, поэтому можно сейчас эту колоду использовать на моем твинке. И вторая колода вот с королевским гигантом, которую я в принципе давно уже нашел, но хрен знает, сейчас поиграем. И после этого, ребята, жду ваших голосований. Значит, наверное, ВКонтакте, в группе или, я не знаю, на стенке своей. Я оставлю ссылочки на группу и на свою стенку. Добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на паблик. Будет, скорее всего, голосование. Проголосуйте, пожалуйста, потому что я пока что в замешательстве, какую брать колоду. С тремя мушкетерами или с королевским гигантом. Давайте я сыграю, чтобы вам было более понятно. Также, ребят, еще такая новость. Ко мне приехал мой младший брат. Вот он сидит, помаши рукой. Поздоровайся, я думаю, вы знаете Никиту. Вот, ну и, естественно, я не против был записать что-то с ним совместное. Пишите ваши идеи, что бы вы хотели, чтобы я записал с младшим братом. Вот, у меня есть идея, не знаю, как она, понравится или нет, дать ему мой аккаунт, вот на этих же кубках, на которых сейчас нахожусь, чтобы он сыграл и посмотрим, выиграет ли он кого-то или нет. Легко ли с моей прокачкой будет ему сыграть, потому что он на высоких кубках, ну, не играл никогда. Ну, я не считаю, что я прям высоко сейчас сижу, но, по крайней мере, выше, чем его аккаунт. У тебя сколько кубков, Никита? Вообще, на прошлом было... Ну, максимум, сколько ты поднимал? Давай так. 3800. Ну, 3800 это неплохо, я тебе хочу сказать. Вот, 3800 Никита поднимал. Вот, хочу ему дать на 4900 сыграть. Если вам интересна эта идея, поставьте лайк, нажмите на колокольчик и напишите в комментариях. Вот, также сегодня еще будет ролик по Brawl Stars. Сегодня еще будет ролик на моем твинке, поэтому... Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь, ставьте лайки, ну и пишите ваши идеи, какое совместное видео снять с братом. Так, так, тут Никит, пока я тут, короче, рассказывал, я не понял, что произошло. Против меня голем, но, скорее всего, с пойзеном. Так, а знаете, как мы сделаем? Мы сделаем вот так, чтобы один поросенок пошел, поросенок, а есть такое слово поросенок? Ну, поросяш есть? Есть такое слово. Я не знаю, на русском это или на украинском, но вы просто посмотрите, что я делаю со своим соперником. Мне кажется, это насилие. Это насилие, это контент для взрослых, и мне кажется, YouTube заблокирует этот ролик, поставит на него 18+, потому что, ну, то, что я сейчас сделал с соперником, это... Я не знаю, как назвать, но, блин, это жестко отымел. Не, на самом деле, соперника прокачки видим, да, 11 эпики. У нас просто сейчас эпики максимального 13, поэтому, если это было бы раньше, то 6 эпики, да, если по нынешним, ой, по старым расценкам. Да, это 6. Нет, если у него сейчас 11, то раньше бы у него были 6. Ну вот, я же... Вот, в общем, вот такая вот, ребят, колода с королевскими свиньями. Теперь давайте я возьму колоду с королевским гигантом. Попробуем с ней. Вот, да, в принципе, не знаю, Никита, а тебе какая больше колода нравится? С королевским гигантом или с королевскими свиньями? Свиньями? Тебе королевские гиганты нравятся? Я же насколько... Ну, тебе прикольно, да, эта карта королевские свиньи? Ну, мне, в принципе, тоже, я с ними никогда не играл. Так, чтобы, знаете, на основе, ну, не на основе, а так, чтобы постоянно. Типа, по фану, там пару каток. С королевским гигантом раньше, я помню, катал. Ой, долго я с ним катал. Блин, почему мне так везет на Инферно? Вот, когда играю с кабанами, подбираются одни сплэшики. Когда беру, там, голема... Либо Кор Гиганта, Инферно, Инферно Драгон, и Пеки, Мини Пеки и прочая вот эта лабуда. Так,
Хок. Ну, у меня есть разряд в этой колоде. Ё-моё, ё-моё, ё-моё. Так, 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 так. Хорошо. Дальше что? Готовим разряд. Сейчас будет мини-пека, скорее всего. А, нет. Окей, так. И ставим печку. Ставим печку. Я помню, я в прошлый раз подставился под фаербол. Под фаербол, да? Мега миньона выпустил. Вот, в этот раз этого не произойдет. Сейчас не знаю, как королевского гиганта ставить, если у меня разряда нет, а у него инферно там сейчас в цикле. Ну, знаете, как можно? Сейчас можно вышибалу слить. Если что, если хок будет справа мини-пеку подготовить. Вот тут, я думаю, что фаербол пойдет. Фаербол пойдет, очень хорошо, причем. Так, все в порядке. Так. Так. Я думаю, вот думаю, никак не придумаю. Вот, придумал. У меня же разряд уже есть, поэтому могу позволить себе. А королевский гигант сейчас просто, смотрите. Смотрите. Оп, с разрядом-то. Ну, в принципе, не кисло. Так, не кислый королевский гигант. Ой, бля, я мегаминьона слил. Я случайно слил мегамуху, ребят. Блин, вот знаете, я сейчас опять вот чувствую себя каким-то эгоистом. То есть я вот сейчас... блин, а что у меня так... Освещение такое плохое. Давайте немножко камеры... Ой, света на себя добавлю. Чувствую себя эгоистом, потому что... Блин, я вот сейчас вам на выбор даю колоды. А вот сам сейчас думаю, а может я возьму Коргигант, а вы выберете трех мушкетов. А может возьму возьму трех мушкетов, а вы выберете Коргиганта. Вот хер знает. Хер знает, как быть. Блин, ребят, честно, вот тут сейчас играю с королевским гигантом, в принципе, ничего так. Ничего так, да, вроде как. Вроде как ничего. Ну, блин, хер знает. Хер знает. Блин. Сложно, очень сложно все придумать. Я вот сейчас прям сижу и думаю, так, с королевским гигантом играть, либо с тремя мушкетами. Блин, ну я, знаете, думаю, что... С тремя мушкетами будет посложнее мне на тех кубках, на которых я хочу играть, потому что там много будет сплошака, и, наверное, с кабанчиками будет посложнее. Вот. Ну, блин, давайте еще раз с королевским гигантом. Слушайте, что-то я вот начинаю теперь, на данный момент, начинаю сомневаться в деке из трех мушкетеров, и больше хочется с королевским гигантом. Короче, ребята, будет голосование у меня на стенке, ссылка в описании. Оставьте свой голос. Я посмотрю, что хочет большинство. Но я еще буду сам принимать решение. Ну, то есть, я... Окончательное решение будет за мной. Я еще все обдумаю. Вот. Но пока я, знаете, где-то 55 на 45. То есть, наверное, чуть-чуть больше хочу королевского гиганта. Чуть-чуть меньше хочу трех мушкетов. Но это может обманчивое быть у меня желание. Или чувство, не знаю. Потому что одного выиграл, все, типа, о, значит, я буду тащить всех. Так, нет. Я помню, что я с королевским гигантом этой колодой проигрывал многим. И там этим. И принцам, и кому я только не проигрывал. Так, ну смотрите. Блин, а че я мини-пеку слил? Вот я мог как-то по-другому сделать, чтобы мини-пека в живых еще остался. Но вот сейчас что он будет делать? Так, давайте миньонов. О, у него похожая колода. Да у него один... У нас одинаковые колоды, лол. А нет, только у него есть рыцарь. У меня рыцаря нету. У него, походу, рыцарь вместо вышибалы. Так, ну пока плюс-минус мы одинаково играем. Так, тут я использую разряд. Ай-я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 й. Ставлю печечку. Поехали. Печка. Так. Один дух прыгает. Ай, нет, взрываются они оба. Короче, пока что я проигрываю. У нас одинаковые колоды. Угу. Интересно, интересно. Ну, не знаю, мне честно, очень интересно ваше мнение. А вам какая колода больше нравится? Коргик или Три Мушкетера? Ну, давайте устроим голосование. Опять же, повторяюсь. Только, пожалуйста, добавьте меня в друзья, прежде чем будете голосовать. Так... Ну, давайте. Дефаем гиганта. А, у него молния. Слушайте, ну, отлично. У меня мегаминьон выжил. Так. Прекрасно. Я вот не понимаю, что у него и мини-пека, и рыцарь. Вот не понимаю, и хоть убей. Так, хорошо. Вышибалу с краю карты.
Так, сейчас будем его долбить, его печечку. Это хорошо, минус печка. Так, здесь мы используем разряд. Так, шикарно, шикарно. Так, ладно, запускаем королевского гиганта. Туда закидываем фаербол. Прикольно, он... Вот видите, да, рыцарь его спасает очень сильно, потому что у него рыцарь принимает на себя весь урон. Точнее, да, рыцарь. А мини-пека остается вне таргета. То есть мини-пека не отталкивается никак. Но пока что я в приоритете. Так, хороший, хороший был этот шарик от вышибалы. Кирпич, булыжник. Так, ну я выигрываю, я выигрываю. Ах, блин, слушайте, такой заряд бодрости, когда выигрываешь всех. Так, и забрасываем фаербол. Поу, 400 хп, королевский ганс. 370, если быть точным. Ну вот, такие дела. Я всего лишь одну катку показал с королевскими свиньями. Можно, конечно... Да хотя смысл вот с ними сейчас играть, если все равно на низких кубках будут совершенно другие игроки. В общем, ребят, к концу ролика, знаете, я вот быстро меняю мнение, я за это себя не люблю, что я не могу вот как-то... Я нерешительный человек иногда бываю, вот, и иногда обращаюсь за помощью, ну, за советом, там, к вам, там, неважно, даже если в реальной жизни тоже. И все равно, вот, то, что советует, я потом еще раз обдумаю и принимаю свое решение. Бывает, принимаю противоположное, то есть мне посоветовали, к примеру, колоду с Коргигом, а я выберу с тремя мушкетами. Или же наоборот. Я не знаю, я боюсь, что я выберу не то, что вы, за то, что вы проголосуете, но пока что мне хочется больше играть с королевским гигантом. Вот, ну, три мушкетера тоже как бы ничего так. Короче, ребята, эти две колоды будут у меня на голосовании на стенке. Голосуйте за какую колоду, какая колода бы вам бы была интересная на моем новом проекте. Ну, а я буду на этом выпуск завершать. Спасибо вам всем, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Сегодня будет ролик по моему твинку. Возможно, будет еще ролик с братом. И еще, возможно, будет Brawl Stars. Короче, слишком много роликов, не знаю. Сегодня, может, все и не успею, но завтра перенесем. Короче, ребята, следите за каналом. Уведомления могут вам не прийти. Сегодня будет много роликов и стримов тоже будет много. Сегодня всего так напланировал. Пока, ребята.